Сейчас в полном шоке, потому что мы кое-что увидели у Фионы. Точно! С днём рождения, Каролина! Ждут календарь. И Фиона тоже, смотри, она знает. Всем привет, привет. Ой-ой! Фиона, ты сейчас от Бонни точно получишь. А, да, она это может. Может это кушать? Да. Да. Бонни, вот эти... фу. Ой, тихо. Бонни, фу. Вот эти штучки, они мягкие, она может их кушать. Дай. Давай, поделимся. Бонни, поделимся. Бонни, фу. Какой открыть? Давай, я Фионе дам. Подожди, Макс. На. Пойдем, Фиона. Фиона, на. На. Все. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, только не вместе. Вместе нельзя. Бонни, ой, Фиона. Да, Бонни, да. Только я тебе сейчас на мелкие кусочки. Коля, а, Зибен и Айнс. Айнс и Зибен. Кушай. Так, ну что, ребят, сегодня 17 декабря. Папа заболел второй раз, по-моему. Папа опять. Корона Фэмили Влог. Корона Фэмили Влог. Не МК Фэмили Влог, а Корона Фэмили Влог. Меняем название канала. Сегодня 17 декабря, день рождения у Каролины. И подарочек у нас от нее такой. Корона. Температура у нее. С днем рождения, Каролин. Мама, календарь. Вот так. Братья по несчастью. Мама, я вчера получила. Поздравляю, Карл. Никто не целует, никто не это. Да. Это вот такой попался, Ксюша. Сейчас? Нет, вчера. Вчера? Какая-то бабайка. Я вам эту мать сою, и вам обрежу на всего хороший. Давайте покушаем и будем подарки открывать, хорошо? Я буду Каролине помогать. Что-то очень страшное. Маргарита спит еще? Да. Как Микки Маус. Угу. Страшный Микки Маус. Покажи. Без симптомов пока Ксюша, Маргарита и бабушка, самое главное. Бабушка в заперти в комнате. Нужно ей принести чай, покушать. По-моему, 13-й день, если не ошибаюсь. Что? Болею. 12? Да, 12 или 13 день. Ну, почти не 2 недели я уже болею. И сегодня... Мама, твой календарь. Сегодня я заметила... Да, принеси. Я заметила, что с сегодняшнего дня я не чувствую запахи. Вкус я чувствую, но запахи вообще абсолютно. Я утром проснулась. Я каждый день проверяю. Я понюхала один бутылек там от комаров спрей. Он такой вонючий. Я аж прям вдыхнула. Полные легкие, вообще ничего. Но вкус я чувствую. Вкус, слава богу, а я пока чувствую. А потом, когда у тебя не будет вкуса, ты уже намного лучше кушать. Это ужасно просто. Полезно. Вкус пока есть. Мама, есть... Вот какая-то пудра. Это этот... Румяна, по-моему. Угу. Угу. Значит, румяна. Тут будет другая пудра. Угу. И у нашего папы опять появились симптомы. У него болит спина, болит голова. То ли он второй раз, то ли либо он не долечился еще с первого раза, потому что он работал. В принципе, он не лечился. И, видимо, у него по второму кругу. Завтра он поедет сдавать тест. Вчера я ездила сдавать ПЦР-тест. Сегодня пришел результат, у меня положительный. И мне сразу отправили сертификат. В общем, у меня теперь есть сертификат. Так что вот так, ребята. Так, все, бабули отнесли. Чаек, покушать. Теперь сами будем завтракать. Папа сходил в магазин. Меренги. Хлебушек, колбаску. Вот так вот. Бонь, ты чего ее кидаешь? Ты видела, как она ее прокидывает? Маргуша спит еще. Ты спишь? Ай. Пусть спит. Я. Бонь, где Маргарита? Пусть спит. Потом будем открывать подарочки, да, Каролин? Сейчас покушаем и откроем подарки. А потом вечером папа съедет за тортиком. Купим тортик. Ну что, давай подарки открывать. О, 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 а! Это Юля! Я все вижу! Из дырочку увидела. Подушечка Бэйби Йода. Большой. Ой, есть окей. Уже порвался? Это Йода!
Да нет такого? Нет, это другой? Да. Для твоей коллекции? Это рюкзак. Да, это сумочка специальная. Он еще, по-моему, разговаривать должен. Ага. На ручку нажми. О! Он там что-то. Бита. У нее такого нет. С рюкзачком. Ну, давай дальше открывай. Какой ты еще? Так, от подружки от твоей? Ну-ка, что там написано? Это для Каролины от Чил. Вау, кошка попалась! И это... Бэби Йода! Точно! Покажи, а мы таких смотрели. Хорошо, что мы не купили, да? Мы тоже хотели купить, но не взяли. Конфетки. Еще одна. Ух ты! Ну-ка, две покажи. Круто! Мы точно такие же смотрели. Думали, брать, не брать. Это не понравится. А это что? Это что? Супарака, мамка. Это постельное белье, Каролина. А это? Это плед, одеялка. Представляешь, теперь у тебя будет постельное белье, Бэби Йода. Ты какой теплый. Крутой какой. Папи, мира, ай там я носил, но... Мира. Вау, прикольно. Никому подушка. Ну давай, последний открывай, бабули. Это бабуля. Это бабуля, да. Бабуля в комнате, к сожалению, не может выйти с тобой вместе открыть. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Это не хотела! Еще один Бэби Йода. Это не хотела! Ты хотела? Да. Я один кумир. Он разговаривает, он да. кушает. И, я в общем, это... Ты видела это? Да. По телевизору? Да. Ну все, теперь он у тебя я есть. Я хотела. Спасибо. Я вас обнимаю крепко. Да. Обняться не сможем. Я вас люблю. Спасибо. Все, мы открыли. Пока. Все, пока. Пока. Даже на день рождения нельзя не обняться. Подарки нормально открыть. Подожди. Вот в сумочке будет сидеть у тебя. О. Что он там говорит еще? Кряхтит. А его можно же вытащить, да, тоже? Да. А, у него еще и ножки есть. Я... Да, да. А у других нет ножек. Вот, видишь, какой классный. Ну, давай того тоже открывать. Ага. Я надеюсь, батарейки там уже есть? Это бургер. Это этот. И макарон. Макарон. И тут тарелка. Вау, и тут тарелочка с этим, со осьминогом. Разговаривает, что-то там смеется. И вот. Угу. Тарелку сам держит. И смотри, вот здесь. Сумочка. Что, отрыжку делает? Вот это сумочка. Угу. Тут сумочка классная. Más baby yodas que nadie. С двух сторон. Это con tanto. ¿Cómo puedes cuidar a tantos baby yoda? Más las tantas хочешь такое. Toma, ponlo en la cartera también. Это на какую? Это какого размера подушка? Ничего себе. Это большая подушка. У нас таких подушек нет. Есть, мама. Нет, тут такой подушки. У нас есть такие длинные, у нас всегда раньше такие длинные были. Так уже давно нету их. Сердечки. У тебя же было что-то вроде или нет? Но, да, у меня был кулончик. Кулончик, сердечки были? Только не золотые были. Теперь сердечки. Мы сейчас в полном шоке, потому что мы кое-что увидели у Фионы сзади. Мне кажется, что у нас не Фиона, а Фион. Или Шрек. Вот там виднеются два маленьких шарика. Да, но когда они совсем маленькие, когда мы их продавали. Понятно. Нас обманули? Ну да. Это не Фиона? Это Шрек? Я не верю. Мне показалось или нет, Фиона? Вот. Доброе утро. К нам еще какие-то подарки пришли? Угу. Это крем для рук. Ну, а от кого, хоть знаешь? Да, мне тоже подарки. А,
Мне тоже подарок. Прикольно. Мне тоже. У тебя тоже подарок? Да. Ну давай, открывай. Из садика? Фонарик Пойдет. Горит. Угу. Бонни, у тебя теперь не подружка, у тебя друг. Понимаешь? Это мальчик. Можно две? Ой, спасибо большое. Бусиночка. Спасибо. Бусиночка. Бусиночка. Красиво, на, поставь себе на этот. И даже вот на столик. Как нам теперь назвать кота? Вот я. Который превратился из кошки в кота. Я, конечно, это. Написать нам, не написать этой заводчице? А? Я уверена, что это мальчик, уверена. Просто у девочки нет такого, таких этих бубенчиков, понимаете? В принципе, я не расстроена, что это мальчик. Но просто есть такие люди, например, которым принципиально девочка. Мальчик. Значит, будут мальчики. Значит, судьба такая, чтобы у нас был мальчик и девочка. Папа ездил в магазин. Это тортик? Да. Можно посмотреть? А это что так? Вау, смотри, какой тортик. Ну-ка, давай посмотрим. Какие красивые. Новогодние прям. Красота, красота. Да он очень сильно вот сюда, он когда спрыгнул. О, знаешь, когда я на полу лежал, ты мне Макс сюда вот прыгнул. Феликс, ты Феликс? Феликс? Нет, не Феликс. Давайте теперь думать, какое имя Мама этим. Феликс. Нашему котику. Я Пучка. Конечно, но нужно имя поменять. Как же, это же не Фиона. Как мы оставим его Фионой? Как мне сказала, я заводчице же написала. Я говорю, так и так получилось. Ну, я говорю, это оказалось не девочка, а мальчик. Ну, это... Я говорю, в принципе, нам без разницы. Мы не сильно расстроились. А что она сказала? Вот. Но она говорит, что сложно бывает определить, когда они совсем маленькие. Угу. Просто я не знаю, как ветеринар сам не определил. Она же водила на прививку, на паспорт, чтобы делали все. Как ветеринар сам не увидел, что это мальчик. И в общем это... И она такая говорит, я говорю, у нас теперь не Фиона. Она говорит, ну теперь это Фионит. Чего вы так смеетесь громко? Давайте на стол накрывать чай пить. Пойдемте. То есть убирать со стола. Что надо? Со стола убирать чай пить. Спит наш мальчик. Так непривычно, что теперь это мальчик. Очень непривычно. Очень непривычно, что это мальчик. Достаем тортик. Тортики. Где твой тортик? Вот это не где-то моя фамилия. Нет, это не тот, это беленький. Вот. Сейчас мы достанем. Смотри, малипусеньки. Вот этим. Угу. Это шоколад? Да, это шоколад. А это не наш. Нет, это не будем зажигать, только это зажгем. Так вот. Красиво. Красота получилась. Маленький, но красивый, да? Да. Надевай. А-а-а. Обязательно. Ну как я буду дуть? Когда будешь дуть, маску снимешь, но бабушка будет это... Потому что бабушку тоже позовем. Давай, буду надевай я маску. Так? Да. Не так? Потом будешь... Нет, потом маску опустишь, дунешь и все. Так, Ксюша, на. Всем маску. Бери маску. Первый раз у нас такой день рождения, отмечаем в масках. Мам! Так, стол надо вытереть, стол грязный. Дожили. Ты вырастешь большой и будешь вспоминать. Да, самый лучший свой день рождения. Вон туда подальше всех садись, дальше всех. У кого нет такого дня рождения? Да не говори. Ксюш, бабушку подальше от всех. Так, все садимся. Макс. А где Марго? Маргарита! Сейчас придет. Так, все? С днем рождения тебя! С днем рождения, Каролина! С днем рождения тебя! Браво! Подожди, пока не задувай. Ну все, задувай. Угу.
Тортик мы тебе принесем, уходи. До свидания, все. Спасибо за компанию. Все, руки продезинфицируй, все там это. Смешно. Грустно и смешно. Да? Это шоколад? Да, это шоколад. Ты куда пошла? Маргарита, ты куда пошла? Тортик, иди покушай с нами. Впрочем, а тарелочки где ваши? Я даже не знаю, как его резать. Вот эту красоту Каролине дадим. Это шоколад. Весь шоколад посыпался. Мама. Да? Убирай. Музыканты. Мама сейчас и... Свистульку сломала. Как это? Нет, ой. Макс, надо вдуть прям в эту конфету. Конфету прям дуть надо. Не надо все в рот брать. Она у него поломалась. У него поломалась. Мазать не получается. Иначе у меня не получится. Фиона, ой, Фиона. Господи, это не Фиона. Как теперь отучиться и не звать его Фиона? Все, постирали мы постельное белье. Каролина не ляжет спать, пока не поменяет себе постельное белье. Да? Плед такой же, да? Да. Но только так и все. Не надо такой большой. Здесь вот еще поправили. Подожди. Йода. И тут еще йода. Все, йода готово. Спать. Царство твое, бэби йоды. Краб йода. Вообще, посмотрите, сколько у нее. Это еще одного не хватает. Там еще один продается, новый вот. Бэйби, я тут такой, который у нее нету. Тут что-то на полочку поставь. Все, довольна? Ну, хорошо. Фиона. Это не Фиона. Нет. Я не могу поверить до сих пор, что это, что Фиона оказалась не Фиона. Фиона. Кто ты? А? Ты кто? Это мальчик, а не девочка. Нет, это мальчик. Так что, ребят, пишите нам имя теперь. Ой. Для мальчика. Помогайте теперь с именем для мальчика. Продолжаем вязать шапку. Все, никак не начнем. Все. То есть начали, но не продолжим. Все? Так, теперь нужно. Так, сейчас опять будем. Я, в общем, немножко помогаю, чтобы она не запуталась. Эй. Вот, видите, уже столько связали. Он пьет из моей. Ребенок. Ну, далеко ему идти до своей чашечки. Он здесь. Он у меня чай допивает. Постоянно. Так, у нас тут еще много ниточек. И Ксюша хочет, чтобы я ей связала балаклавку. Я не знаю балаклавку, как крючком вязать. Тебе связать балаклавку или купить? А нитки какие цветом? Зеленые. А если я не найду? Значит, купишь. У нас там, они же, видела, вяжут с каких-то таких пушистых ниточек. Это Алексия, она же тоже. У нас такие не продают. У нас такие не продают. Что? Нитки. Нитки такие не продают. Так, ну что, мы уже подходим к концу. И буквально за несколько часов, да? Угу. За час или за полтора, не знаю, мы почти закончили шапку. Я надеюсь, она нормально все получится. Тебе так удобно? Как? Вот так? Да, сидеть. Все это сложилось. Шея не болит? Нет. Короче, мы тут не довязали шапку на Мире. Чего? Что-то пошло не так, мне кажется. Придется распускать. Ну, Мире. Я не хочу Мире. Кто-то это. А что, неплохо? Такая верхушка какая-то немножко косоватая. Иди посмотри.
Ой-ой-ой. Что, не нравится? Нет. Сама связала и не нравится. Ты как луковица какая-то. Ты плачешь. Не могу я. Мне смешно. Это что за шапка такая? Чем мы с тобой связали? Короче, фигня какая-то получилась. Смотри, уши вообще... Уши не прикрываются, да? Маловато, маловато. Чтобы надо на подворот, нужно еще набирать петли. Но мы делали вот как по этому. По видеоуроку. У нее тоже были такие толстые нитки. Чего она нам? Надо больше набирать петель. Короче, распускаем. 25. Да? Распускать надо. Мы 22 набрали. Уже где-то 26 надо. 26-25. Жалко. Очень жалко. Ладно. Колпак. Он же быстро связать это. Ну ладно. Все, распустили шапку. Будем завтра вязать. Дубль 2. Дубль 2 будет у нас. Так, ладно, все. Где там наш дружок-пирожок? Пока. Телефон и спать. Все, ребят, всем пока. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Мама.